Так, смотрите, я нашел крутой баг, и он работает вот игре, в которую я играю. Вы можете просто загуглить велосипеды и смотрите. Это очень крутой баг. Здесь, наверное, разработчик тренировался, потому что я не знаю, как это еще объяснить. Смотрите, тут как будто я вообще не еду, на месте стою, хотя мы едем. Вот. Поэтому баги я не знаю. Ну, надо же где-то разработчикам тренироваться. Вот тут еще что-то, вот тут будут ускорители, вот слева. Поэтому это очень такая удивительная штука. Я вам вначале показал, как в нее попасть. Вот тут есть вот такие вот платформы, там еще вдалеке, до которой невозможно допрыгнуть. Мы пробовали с другом. И вот. Вот такая вот у нас прикольная штучка. Вот сейчас я тут съеду, вот. Видите, все работает. Упал я. Блин. Так, все, заспавнились, вот, показываю вам еще раз, не туда надо, а вот, находим вот это вот серое здание и вот здесь сюда, вот, так, вот, опять поехали мы в далекое путешествие, вот. Так, возвращаемся. Я вам тут хочу показать, какая скорость. Просто, чтобы вы думали, что... Вот. То есть, как будто мы не едем, а на месте стоим. Вот, как будто мы на месте стоим, хотя мы приближаемся, можем посмотреть. Это просто глаза наши видят. И тут еще невидимая платформа. И если вам сложно куда-то пройти, то можно здесь. Вот, видите, я ударился. Сейчас еще раз вам покажу. Наглядным способом, чтобы вы поняли примерно. Так, заходим и вот, видите, платформа. По квадратикам я узнал про эту платформу. Вот. Это работает на всех картах, когда спавнится. Прикольный баг, как по мне. Круто. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на...